Привет всем, вы на канале Бергейм. Сегодня мы начинаем прохождение какой-то жутковатой очередной игры. Кто-то ее знает, кто-то не знает, возможно. Cry of Fear. Слезы страха или крик страха, как еще переводится. У нас в последнее время игры пошли все время край, край, край. Это какой-то шутерок с хоррор-элементами. Давайте начнем новую. Непонятно, почему расплытие такое. Ну, новую выбираю. Игру я играю на легком уровне. Я чувствовал себя одиноким всю свою жизнь, с тех пор, как могу себя вспомнить. Я не могу сказать, нравилось ли мне это, или я просто к этому привык, но уверен в одном. Постоянное одиночество делает с тобой твое дело, и чувство вечного недовольства, горечи и злости, буквально, сжирают тебя изнутри. Кошак скользит. Немножко напоминает игру. Детектив. На нашем канале была такая игра. Не помнишь? Criminal Origins. Criminal Origins. Может быть, графика, конечно, скудная, такая, какая-то более квадратная, такие предметы все, но сюжет может быть не ничтожным. Графика, ты говоришь, это на самом деле это модификация вроде бы к Half-Life второму. Мы в Half-Life не играли, но когда-то мы его запускали, и что-то нам по графике она как-то не очень понравилась. Вот, а здесь уже такая она будет темноватая. Посмотрим, что за игра. Кто-то едет в поезде, в общем. Это, наверное, наш главный герой. Да, возможно. Помогите, кто-нибудь! Вот дерьмо. Саймон. Что случилось? Такая, как будто рисованная игра. Ого. Сбил парня, а дед валялся. Видимо, выпить хотел. А Менделеев-то уже умер. Оставив за собой наследие гибели русского народа. И ну, зашибись. Мы теперь... В общем, все люди во всем мире. Где это мы? Кто это? Нас везут.
Ух ты, ё-бог, кто-то долбит головой об асфальт кого-то. Очнись. Очухивайся. Знать бы как. Эй, товарищ, возьми камеру. Камеру. Где камеру взять? Какую еще камеру? Ой, почему здесь все так размазано? Где мы вообще? Ух ты, фотографируем все. Ну зачем мы все фотографируем? А, это типа у нас заменитель света, что ли? Вспышка заменитель света. Только почему все такое расплывчатое по графике у нас? Надо как-то настроить это все будет, может быть. Вот крестики, значит, нам надо крестику подойти и сфотографировать его. Вот это жесть. Трупек. Здесь что, непонятно? Да что такое? Куда идти? Да, хер знает. Даже вспышки не помогают. Блин, почему такое размытие? Непонятно пока. Непонятно, так? А вот, дверь какая-то. Как будто это какой-то вот, я не знаю, какая-то эра как-то сделана на 2-3 серии, вот эти, знаете, по графике такая вот. Мы играли, так, типа, Кру дома. Чё-то вспышки-то никакой нету. Кружись по кругу пока. Вот, крест. Ох. Падаем туда. О. Щелкнул, и он упал. Ищи крестики, вот это подсказка. Типа нам надо выбраться, получается. Нас куда-то увезли. Ой-ой-ой-ой-ой! Кто там был? Покажи. Я не знаю. Подвешенный на веревке. Хорошо, что... Фу. Тут тоже были предупреждения. Ага. Об эпилепсии. Так, смотри, у тебя сейчас пена изо рта польется. Да. У меня уже полилась. Так близко нельзя к крестикам подходить, к этим, это вообще действительно. Фу-фу-фу, что-то здесь жутковато. В темноте не особо-то уютно, вы знаете об этом? Вы знаете. Любому человеку в темноте неуютно. Наверное, в двери, что ли? Куда идти-то? А, да ладно. Щелкай. Как в окно. А, сзади, это зеркало, по-моему. Это зеркало было, наверное, все-таки. Заглянуть туда тоже не получается. И запрыгнуть нельзя, и ничего нельзя сделать. Как здесь, перепрыгнуть надо было, ёб твою так мать. Так я прыгала, у меня ничего не получилось. Присесть надо было. О, это... Твою мать. Так, тихонько, там может вылезти что-нибудь сейчас. Да нажимаешься. Чего? Я этого... Я не успел прочитать, порожняк. Надо было просто присесть и прыгнуть, блин. Крики. Да, вы совершенно... Чё, испугалась? А я теперь спать не буду, это точно. Это он спал. Фу. Где это я? Как я попал сюда? Опять бабки на телефоне кончились. Пора двигать, начинает темнеть. Я очень испугалась, если честно. Во мраке города. Ну-ка, стоп, подожди-ка. Продолжить загрузить. А сохранить как? Здесь игра будет основываться, видимо, на вот этих резких появлениях. Ух ты, ножик у нас. Всяких есть. Монстров. И, видимо, в этом и будет заключаться. Письмо почитать. Как почитать? Нет.
А давайте-ка мы в настройки зайдем. У нас здесь есть настройки? Что у нас здесь есть? Блин, фигово, здесь настройки какие-то. Инвентарь, тап. Текущая задача Б. Тап Б. А вон письмо в карману. Ничего нету. Дзинг-дзинг. Быстрый доступ. А, телефон у нас, понятно. А, это деньги закончились. Телефон там просто выбери и все. В меню. Щелкни на нем. Собрать, выбросить, в две руки взять. Где ты? Возвращайся поскорее, начинает темнеть. Мама. Угу. Все, убери. На телефоне фонарик есть? А, фиг его знает. Он садится, наверное. А, ну есть, да, смотри. Нажмите таб для доступа к инвентарю. В окне инвентаря можно применить. Выбросить, экипировать или скомбинировать вещи. Некоторые вещи можно. Объединить с оружием и типа подобного. Но видите мышь на предмет для подсветки. Подсказки. Да, смотрите, это, походу, как это мы играли в Condemned Origins. Criminal Origins. Нам просто, наверное, вернуться домой, да? Мама зовет домой. Зажмите Shift для спринта. Голубой столбик, слева индикатор. Ну смотри, сейчас. Что он сейчас сказал? Что там такое, да? Он сказал. Офиг его знает. Ну, наверное, сейчас за тобой будет бегать дядька. Черномор. Как нам убрать мобильник? Т. Нет, никак не убрать. Не Т. Почему? Тап. Бери тап. Щелкни на мобильник. Щелкай. Выбрось. Не выбросить. Что такое собрать? Попробуй ножик взять. И тогда он вот так вот. Ну такой, что-то я видел или слышал. Не получается открыть, странно, замка нет. Музычка напряжная чуть-чуть. Ну где мы вообще? Где мы находимся? В метро, это что, подземка просто какая-то, иди, кровь? Иди прямо и все. У меня нет желания играть в эту игру, если честно. Найдите код для висячего замка. Ищи код для висячего. Слушай, мне реально страшно, я не знаю, я не могу в нее играть. Нажмите Б, что там такое? Кто же знал, что она такая тихо. Страшная? Подойди к двери, найдите код. А, это... Понятно, ищи код. Чего она страшная? Ничего здесь не страшного. В урне посмотри, код есть. Как мы его этот код найдем? Хотя бы код найти. На газете, может быть, фиг его знает, где он может быть. Охренеть, а как же нам этот код найти? А мы где вообще? Здесь вот? Вообще никого нету, можно подсветить. Это мы обратно идем. Да, давайте лучше с фонариком походим. Мы идем сейчас полностью обратно. Может, где этот код? Может быть, здесь он где-то? Как же мы его найдем? Сэнд. Мы песок. Вот здесь, получается, проснулись, да? Угу. Нам нужен код найти для как бы для висячего замка. Стоп, назад. Вот это что такое? Вот это? Да, 8-4, по-моему. Что это такое? Может быть, это он? Копча? Не знаю, это какая-то граффити. Помоги мне. Вот здесь нам надо найти код. Мне кажется, это он и есть. Фиг его знает. Только непонятно. А что. Где замок висячий? Не знаю, иди прямо пока. Вот Б. Найдите код для висячего замка. Где его взять, висячий замок? Здесь пока ничего нет. Да, графика, конечно. Надо висячий замок найти.
Где он есть? Вот это выход, да, вроде? Ну вот, висячий замок. А, ну, щелкни на замок. Нет, как-то почему... Ух ты, он даже бить может. Почему у нас этого взаимодействия замков нету? Может, его сначала найти, потом надо будет взаимодействие? Может быть, да. Код. Код, сколько там значков должно быть? 4, фигда... 4. 4 цифры должно быть. Мы должны найти, но в газете вряд ли будет. Охренеть, загадки какие-то. Тут одни газеты разбросаны. 4 цифры надо найти. Ой, да уж. С этим протупили, с этим... С камерой теперь, с этим кодом. Посмотри, вон там. А, там мы были. Вор. Залезет он сюда. Е надо было нажать просто. Кто же мог знать? Какая-то лесенка. Выбираемся из подземки. Может быть, этот код и не понадобится нам. Прокопались очень долго. Задание так и висит. Найти код для висячего замка. А, ну значит, надо найти в любом случае. Будем искать. Какой-то здесь прям гетто-райончик. Ну что я могу сказать? Жутковатая игра. Сейчас это не потребуется. Да, зато ты когда будешь от кого-то линять, тебе это точно потребуется. Сейчас мне это не требуется. Кругом велосипеды расставлены. Пробежим немножко. Вот здесь что у нас? Оказывается, у нас здесь Е кнопка, это взаимодействие. Надо ее почаще нажимать. Что-нибудь да произойдет. Какие-то бутылки. Что такое? Это лев. Куда-то мы, в общем, уже выходим. Что здесь такое? Такой современный Ктулху район. Там у нас что? Там у нас как Хэллоуин, что ли? Магазин Хэллоуин. Где все люди? Где кто? Куда все делись? Нам бы как-нибудь отсюда выбраться. Enter a username. Enter a password. Вход на...
Странно, еще какие-то пароли им нужны. Может, не нужны. Вот мы снова на улице. Здесь заграждено все. Это интересно, что Нью-Йорк какой-нибудь. Вот здесь какая-то лесенка. О! Дэвид Сп. Или что здесь написано? Что? А. Дэвид СПС. Может, это и есть тот самый пароль, который нужен уже к компьютеру. Здесь все заперто. Вот еще какая-то записка. Росеса Ререт. В архив записал. Ну что, у нас есть две записки. И этот ключ мы пока не нашли от входа. Значит, можно попробовать ввести в компьютер пароль и этот код. Смотреть, что получится у нас. Сюда-то можно как-то зайти? Сюда он не хочет заходить. Давайте попробуем. Где у нас там? Архив. Спрятанная запись номер 2. Спрятанная запись номер 1. Росес Аре Ред. Вторая запись. Как Дэвид СПЕ? А, СПС. Дэвид СПСИ. А второй какой был? Брус-СРСР-ХРСРЭТ. И что это значит? 8484. 8484. Дэвид. Восемь четыре, восемь четыре. Что нам это даст? О, там кто-то был. И здесь дверь открыта. Ё-моё. Кто там был? Побережём лучше бег. Ну что, наверное, нам надо пойти код этот набрать. Наверное, всё-таки мы его уже узнали. Пойдем наберем этот код.
Да, и мы снова здесь. Как? 8-4? 8-4. Все, мы открыли. Что у нас здесь? Все, заданий больше нет. Вы можете разместить до 3 вещей в ячейке быстрого доступа. Надо, в общем, сохранить и заканчивать. У нас здесь есть сохранение? Не знаю. Непонятно, что здесь с сохранениями. Сейчас немножко все пробежим. Долго мы просто прокопались. Пока непонятно, что тут с управлением. Но код мы разгадали, как вы видите. Что за... Еще одно сообщение. Посмотри направо. Да, мы смотрим направо. Непонятно. Я не знаю, если мы не найдем, как сохраняться в играх, мы их просто удалим нахрен. Все, это мое мнение. Вот вы это и есть хранение. Вы можете сохранить игру в любом месте, где найдете вот эту фигню. Зашибись. Вы можете иметь до 5 независимых сохранений для разных прохождений. В режиме кошмар потребуется пленка. Не более 5 сохранений на одну пленку. Сохраняй. А зачем тут это? Похоже на старый магнитофон. Может пригодиться для записи мыслей? Подходящего здесь. Сохраняй. Е. Давайте, вот у нас первое сохранение здесь наступило. Чем мы здесь записать должны? Один. Идет сохранение. Чё ты нажал? Е. Или... Готово. Все, Е нажать. Здесь мы закончим. Сейчас я проверю, сохранение есть его. Понятно. Продолжить игру. Очень напугало в том месте, где эта морда вылезла вообще. Прям очень страшно было. Мне до сих пор страшно, что там дальше будет. Она будет у нас внезапная игра. В общем, какая игра? Подсказок пока нету, да, что делать. Человек путается. С окном тоже непонятно было, что делать. То есть нужно было присесть и прыгнуть. С сохранениями, потом... Так, пока игра, лично меня пока напрягает с сохранениями, неями и вот взаимодействие, да, то есть там ничего не подсказывают, да, как что делать. Хотя бы писали, чтобы игроку было легче. Но это старая, видно, что игра, графика вот здесь фуфловая просто какая-то. Ну, посмотрим. Хама нам предлагала эту игру, так что подписка на канал, ставь в группу, контакты, комментируй, лайк, пока. Пока.